как обычно, ребята, у нас будет розыгрыш на 1000 бестголды перед началом данного видеоролика. Чтобы ее получить, вам необходимо первое поставить огромный лайк, второе подписаться на мой канал и третье написать любой хороший комментарий. Ой-ой-ой, блин, зомби, не-не-не, братан, не надо меня заражать. Короче, ребят, вы поняли, что надо делать и, возможно, именно вы получите 1000 бестголды. Поехали! Привет всем, ребята, Кента ПК на проводе, и сегодня у нас будет читерское зомби-выживание. Вы меня спросите, мол, Кента ПК, а что читерского в этом зомби-выживании? Ребята, вы просто взгляните на эти текстуры, просто, ребят, взгляните. А вот прямо сейчас вы, ребят, еще взгляните на зомби. Посмотрите, какие они страшные, у них даже лица нету. О май гэр, был Джоман. Дружище, что с тобой такое произошло? Взгляните, ребят, в глаза этому парню. У него даже нету глаз. Поэтому, ребята, это читерское зомби-выживание. Конечно же, я вам расскажу, как можно сделать такие же текстуры. Но давайте, ребят, вначале спрячемся. Ой, как я хочу спрятаться. Мне что-то как-то... Блин, я застрял. Ой, ребят, мне что-то страшно, очень страшно. Так, самое главное выжить. Опа, прыжок веры делаем. Блин. Блин, ребят, ой, уже зомби появляются, я до сих пор не залез в эту нычку, я хочу вон туда, вот там, где парень, вот мне надо залезть прямо туда. Теперь давайте же я вам расскажу, как можно сделать такие же самые текстуры, дабы у вас было все пиксельное. Вы, ребят, заходите в консоль. Это вот эта консоль, и пишите волшебную команду. Я уже думаю, многие из вас догадываются, что это за команда под названием Texture Quality. Пишем, ребят, Texture Quality и ставим циферку 9. И тогда у вас будет примерно то же самое, что и у меня. Ну что же, ребят, давайте начнем отстреливаться от зомби. Ой-ой, там нашего парня щемят. Братан, мы тебя спасем, наверное. А может, не спасем, посмотрим. Ой, ребят. Вообще все очень-очень плохо. У меня уже... О, меня уже узнали. У меня спрашивают, Кен, ты снимаешь? Да, ребят, снимаю. Давайте мочим этих гоблинов. О, нет. Фух, ребят, это было очень опасно. И, кажись, кое-кому сейчас будет... Ой, как больно. О, ну все, братан, я тебя сочувствую. Блин, ребят, если он выживет, то я съем свои носки. Но нет, он не выжил. Поэтому своих носков никто кушать не будет. Так, ребят, осталось выжить всего лишь-то еще 4 минуты. Как? Капец, вот это да! Я, ребят, всякое ожидал, ну чтоб такое. Блин, ну это просто полная жесть. Нас кто-то предал. Так, ребят, давайте идем обратно в эту же нычку. Надеюсь, в этот раз никто ничего не запорит, и все будет окей. Все, ребят, давайте максимально быстро запрыгиваем, оперативненько. Вот, блин, вот это я нуб. Вот, ребят, вот теперь вы официально можете меня обзывать нубом. Я, блин, с третьего раза запрыгнул или с четвертого. Фух. Давайте, ребят, не нажимайте. Прошу. Ура! Блин, ребят, ну это так приятно, когда, знаете... Ой. Блин, ну сорян, тебе не повезло. Знаете, я только хотел сказать, так приятно, когда вся команда, ну, адекватные люди, они ждут, пока ты добежишь, и только тогда нажимают на кнопку. А в итоге сам нажал на кнопку и двоих парней оставил тут. Так, ребят, вот не знаю, как вы, но я намерен в этом раунде только-только победа. Ребят, только победа, только вперед, потому что, ну, блин, ну надоело уже проигрывать. Да и тем более, зомби-выживание давненько не выигрывал, притом очень давненько не выигрывал. Так, а где все зомби? Слушайте, а зомби вообще нету. Только один зомби, это модератор 007, и при том его нигде нету. Хм, а где зомби-то, алло? Блин, ребят, походу он тупо стоит АФК. Знаете что? А, была не была, давайте-ка я проверю. Вот знаете, вот все-таки у меня есть, ребят, вот железные шары, поэтому, ребят, давайте просто возьмем и проверим, он АФК-шит или нет. Так, смотрим. И... Йо, он не фкашит, а где он? Блин, мне немножко страшно. Ребят, его нигде нету, ё-моё. Так, ладно, побежали в нычку номер 2. Я понял. Он, ребят, он живой, это хорошо. То есть он по-любому не фкашер. Это тоже очень хорошо. Но плохое то, что он может меня заразить в любой момент. Поэтому, ребят, давайте как можно быстрее.
Все, ништяк, все, ребят. Кстати, вот это тоже очень крутая нычка на карте Dust. Это одно время это была моя самая любимая нычка. Так, а слушайте, а че он, я не знаю, че он так плохо играет, ребят, камон. А он зомби. Ой-ой-ой. Ой, ребят, как я вовремя в нычку залез, как? Давай, братан, я тебя прикрою. Ой, блин. О, мать моя женщина, нет, фух, еле убили. Блин, ребят, ну это было опасно. Знаете, что самое приятное? Самое приятное то, что мы спасли нашего тиммейта. Блин, вот прям душа радуется. Спасли нашего тиммейта. О, ё-моё. Нет. Подожди, а что произошло? Ребят, читер! А где он? Капец, вы видели? Он тупо взял и пропал. Блин, ребят, не знаю как вам, но мне уже страшно. Смотрю, вот это жесть, он лагает. Я в шоке. Ребят, я просто в шоке. Смотрите на его пинг. У него пинг 600. Какой-то читак зашел. Лол. Блин, я в шоке. Так, ребят, уже двое зомби. Это уже, как минимум, хорошая примета. Опа, а ну-ка. Ой, опять не вышло, братан. Ну чё ты явно перепил. Новый год еще не начался, а ты уже пьешь. Дружище, пить это плохо. Так что, ребят, никогда не пейте. Капец, я конечно, чё-то не понимаю, но это какое-то упоротое зомби-выживание. Это, ребят, самое упоротое зомби... А ну-ка. Не может быть, спустя миллион попыток... Спустя миллион попыток он почти допрыгнул, потом, ребят, завис в воздухе, а потом мы его убили. Блин, ну вот я просто обожаю эту игру, вот, блин. Ну, честно говоря, насколько упоротого зомби-выживания и насколько легкой победы у меня никогда в жизни не было. Блин, ну это трэш какой-то, честно говоря. Я в шоке. Ребят, вы это, лайки ставьте, потому что если будет много лайков, много хороших комментариев и много новых подписчиков, и самое главное, вы будете нажимать на колокольчик, то я, ребята, обязательно сниму продолжение. Так что, ребята, не ленитесь и, пожалуйста, поддержите меня вашей активностью. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!